разлуке. Не говори, что чувства. Давайте еще раз. Не могу жить в разлуке. Во второй день конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер Крутого. Отмечая 65-летие маэстро, артисты исполняли его хиты. «65 лет мне и 18 лет новой волне. Иногда я себя чувствую на 18, новая волна – на 65. Все эти годы я благодарен своим соавторам, мне чужой славы не нужно. Моими соавторами были большие, замечательные поэты». Моя огромная благодарность и уважение им, потому что если я что-то донес до ваших сердец, то это 50% их вины. Спасибо им большое, поприветствовал зрителей Крутой, добавил еще несколько слов и сел за рояль. На вечере выступили звезды эстрады, среди которых Димаш Кудайберген, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Ани Лорак, Игорь Николаев, Александр Серов, Дима Билан, Лобода, Алексей Воробьев, Егор Крид, Александр Рева, Интерсбусулис и Астудио. Особым гостем вечера стал посол Казахстана в России Мангалитас Магомбетов, который вручил российскому композитору орден за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России. Уникальное, очень многостороннее творчество народного артиста Российской Федерации композитора Игоря Крутого, которого очень любят и ценят в Казахстане, является олицетворением неприходящих ценностей. Именно поэтому указом главы Государства Республики Казахстан Касым Жомарта Токаева Игорь Крутой награжден высокой государственной наградой Республики орденом Достык, сказал дипломат. К этой награде не я один имею отношение. Сейчас выйдет группа, будет исполнять мою песню. Я думаю, что заслуги в этом ордене больше у этой группы, лирическое трио под названием «Крутые», ответил композитор и пригласил на сцену свою семью. А часы как будто не идут, дольше нет на свете ничего. Эти затянувшиеся минуты, как я любить тебя всегда, жизнь свою с тобой разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя. Игорь Крутой выложил видео за кулисье с конкурса «Новая волна 2019 в Сочи. Решил показать вам немного за кулисье», — написал маэстро. В частности, в объектив знаменитого композитора попал певец Димаш Кудайберген. Крутой и Димаш обнимают друг друга перед выходом на сцену. Сейчас полное за кулисье видите, потому что мы сейчас отсюда прямо выйдем в зал. На сцену, я не знал. Ух,
России, третий город. Народ артистка Украины, Орион, народный артист России, Игорь Николаев. Народный артист России, Лев Лещенко. Будущий народный артист, Леша, будешь. Будущий народный артист Украины, весеннее будущее народного артиста. Народный артист мира, Димашки Лагербек. Анжелика Воронцова, Иван Гавский, замечательный кроссовер коллектив, привод оноры. И народ артист России, маэстро Игорь Крутой! Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, Светлана Владимировна. Народный артист России Валерий Леонтьев. Народный артист Кубы Роберто Кинторо. Народный артист Латвии Виктор Бусулис. Народная артистка Жасмин. Народная артистка Ирина Аллегрова. Народный артист России Гриш Киркоров. Народная артистка Украины Аня Ворон, народный артист России.